В полицию обратился житель города Москвы, который оставил свой автомобиль с ключами в замке зажигания на охраняемой парковке, которая расположена на проспекте Вернадского, и ненадолго отлучился. А когда мужчина вернулся, то обнаружил отсутствие транспортного средства. Разыскиваемый автомобиль был обнаружен на Садовом кольце, а мужчина, который находился за рулем, был задержан сотрудниками московской полиции. Подозреваемый был доставлен в отдел Министерства внутренних дел России по району проспект Вернадского, Главного управления МВД России по городу Москве. Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент сотрудники московской полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным правонарушениям.